Жертвами стихии оказался и Гумбетовский район. Там сельхозпроизводителям нанесен ущерб в 36 миллионов рублей. Серьезнее всего пострадал населенный пункт Инхо. Репортаж Патимат Ханаповой. Еще несколько дней назад село Нижнее Инхо выглядело совсем иначе. Сады цвели, а люди были увлечены весенне-полевыми работами. Однако теперь у них другие заботы. Сильный ливень с градом оставил для жителей этого населенного пункта печальное наследство. На кадрах, снятыми очевидцами, видно, как прямо в центре села на огромной скорости движется селевая река. Она уносит все то, что попадается на своем пути – машины, коровы, технику. А на другой любительской съемке видно, насколько жители села смелые и сплоченные, бесстрашно смотрят стихии в лицо и, несмотря ни на что, собственными силами пытаются спасти свое имущество. Что-то им да удается. Однако, несмотря на сопротивление людей, поток грязи и воды унесло более 30 голов крупнорогатого скота, 8 мотороллеров и 5 машин. Увы, стихия не только унесла, но и оставила. Оставила безрассветный след за собой. Затопленные дома, испорченный урожай и тонны града. От непогоды пострадало более 100 жилищ. И вот последствия мы видим в каждом доме. Вот здесь сель прошла у нашей бабули дома. Вот дом, наверное, не знаю, как она здесь будет жить когда-нибудь. Сможет ли она опять в него заселиться. Потому что обсушить этот дом, привести в порядок, ну, мне кажется, невозможно, не знаю. Пострадала и вся домашняя утварь, мебель, ковры, одежда. Все в грязи и в воде. Еще вдобавок и не высушить. Солнца нет, дождь так и льется. Однако, чтобы хоть как-то поддержать и помочь пострадавшим, на подмогу приезжают из соседних сел. Мы приехали сегодня помогать пострадавшей стихии. Но сегодня ничего делать не получилось. Опять начали дождь. По словам 95-летней жительницы старожилы села Айшат, такого потопа аул еще не видел. Признается, что 9 мая было для нее особенной датой. Ее покойный муж – ветеран Великой Отечественной. Однако в этом году этот значимый день, к сожалению, оказался для нее печально знаковым. Когда начался град, я находилась дома одна. Все продолжалось настолько долго, что стало страшно. Страшно стало не сколько за себя, за своих детей и внуков. Селевой поток был настолько огромным, что я не могла никуда выйти, не могла узнать, как у них там обстоят дела. От безысходности села на лестницу, заплакала и начала молиться Богу. Пострадали от непогоды и коммерческие объекты, продуктовые магазины, а также единственная в селе мельница. Здесь стихия испортила более тонны муки. Однако жители села больше всего переживают из-за урожая персиков и абрикосов. В основном жители нашего села зарабатывают на продаже сельхозугодий, в частности, абрикосов. Но, увы, град побил весь урожай, ничего на деревьях не осталось. В общей сложности в Гумбетовском районе ущерб сельхозугодий по предварительным данным оценивается в 36 миллионов рублей. Последствия стихии неутешительные, но, к счастью, обошлось все без человеческих жертв. Тем временем отреагировала и власть. Глава республики Владимир Васильев дал поручение оказать всяческую помощь пострадавшим. Очень внимательно посмотрите, кто хуже всех оказался в положении, кому нужно помочь. И в чем можно сейчас действительно, исходя из тех резервов, которые мы имеем, более эффективно противостоять стихии. Для подсчета суммы ущерба уже создана специальная комиссия, после чего местному населению необходимо будет подготовить документы. Они позволят пострадавшим получить компенсацию за причиненный стихией вред. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Гумбетовский район, Нижнее Инхо.